Ахтминская гимназия отметила 99-ю годовщину Эстонской республики серией торжественных мероприятий для учащихся разных возрастов. Если младшим школьникам достались в основном творческие конкурсы, то для учащихся выпускных классов была заготовлена встреча с, пожалуй, самым известным выпускником гимназии, депутатом парламента Эстонии Валерием Корбом. На эту встречу приглашены как педагогический коллектив, так и техперсонал, и, что немаловажно еще, и учащиеся выпускных 12 классов. Людям будет дана возможность задать вопросы, послушать вопросы касательно политики нашего государства и, конечно, о будущем всего нашего государства и, конечно, и нашего города. Валерий Николаевич, в чьих метриках записано место рождения город Ахтме, считает не только его, но и весь город Кохтла-Ярве своим родным и всегда с удовольствием участвует в его жизни и процессах, в нем протекающих. Конечно, приятно, что в канун дня рождения государства, в принципе, и желание у людей поговорить о жизни, о политической жизни государства и перспективах развития города у людей, ну, скажем так, удваивается, даже если не утраивается. Поэтому очень приятно, что сегодня есть такая возможность поговорить, рассказать о тех основных принципах, которые сейчас строятся политикой государства, и об изменениях, которые в государстве, и просто по этим вопросам посудить, что же, в конце концов, сегодня наиболее остро и интересно для людей. Поэтому для меня всегда это очень значительная встреча, я с ним отношусь очень серьезно.